Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня в этом видео я буду тестировать товары, которые заказала на Озон. Вместе с вами узнаем, стоит ли их покупать и тратить на них свои деньги, или лучше их не заказывать. Первая полезная вещица, которую нашла, это ограничитель для двери, или по-другому стоппер. Продается набором, 4 штуки в комплекте. Данный ограничитель — это универсальная защита ручки и настенного покрытия от повреждений и вмятин. Маленькие дети, сквозняк или домашние питомцы больше не побеспокоят вас громким открыванием и хлопанием дверей. Благодаря амортизирующему эффекту и мягкому силиконовому материалу блокиратор снижает уровень шума при столкновении с мебелью и стеной. Такой стоппер для дверной ручки станет отличным решением для защиты стены и дверной ручки при закрытии. Поможет сохранить декоративное покрытие стен при открывании и закрывании дверей. Многофункциональные разделители для дверцы холодильника. Продаются набором 4 штуки. Подойдут для полок и ящиков с толщиной стенок до 6 мм. Раздвигаются до 12 см. Простые и удобные в использовании. Отличный аксессуар для тех, кто хочет использовать пространство внутри холодильника максимально эффективно. Продукты остаются на своих местах, не бьются друг от друга и не перемещаются в процессе открывания и закрывания дверей холодильника. Перегородки легко крепятся на полку и крепко держатся. Всегда можно отрегулировать ширину отсеков, не снимая разделители для полок. Достаточно просто их сдвинуть. Для меня такая вещь оказалась весьма нужная и полезная. Следующий товар для кухни — это тортовница вращающаяся, диаметр 32 см. Подойдет для тортов, кексов, пиццы или других закусок. Удобно в применении, легко моет, вращается до 360 градусов. Подставка отлично подойдет для сервировки праздничного стола. Специальная конструкция позволяет тортовнице крутиться без усилий. Это блюдо можно использовать не только для приготовления торта, но и в качестве тарелки для сервировки готовых блюд. Такая стеклянная подставка под торт будет полезна как для профессиональных кондитеров, так и для любителей выпечки. А еще до 30 июля на Озон проходит большая распродажа одежды. Приятные цены, удобные фильтры и широкий выбор. От одежды и обуви до аксессуаров. Себе выбрала короткое летнее женское платье из легкого приятного материала. Это вискоза. Само платье с пестрым цветочным узором. От торговой марки Zola. Этот вариант идеально подойдет для женского образа на каждый день. Платье с коротким рукавом станет прекрасным вариантом для жаркой погоды. Заказала это платье на Озон с хорошей скидкой и уже присмотрела несколько других моделей. На маркетплейсе удобная доставка курьером или в пункт выдачи. Бесплатный возврат, если что-то не подошло. А при заказе одежды и обуви в пункт выдачи товары можно оплатить после примерки. Это очень удобно. Переходите по ссылке, ее я оставлю в описании. Выбирайте модные образы и успевайте оформить заказ по выгодным ценам на Озон. Следующая находка Озон станет отличным решением, если под рукой нет утюга. Это спрей, который называется «Жидкий утюг Refresh антистатик для одежды». 5 в одном. Я протестировала данный спрей на нескольких видах одежды. Лучше всего он работает на натуральной одежде, которая уже глажена после стирки, но помялась в процессе хранения или транспортировки. Если, например, вы взяли вещи в чемодане на отдых. Многие ткани, например, 100% хлопок, лен, шерсть, шелк, спрей разглаживает, убирает складки очень хорошо. А если использовать спрей на вещах из синтетики, спрей убирает неприятные запахи, освежает, но при этом разглаживает не идеально. Как по мне, его удобно использовать в поездке, на работе, на учебе или на празднике. Если достали вещи с чемодана или рюкзака и она помялась, достаем спрей и удаляем складки. Наносим небольшое количество спрея. Спрей проводим руками и готово. Также данный спрей обладает приятным ароматом, он устраняет с волокон неприятные запахи, такие как пот или табак. И плюс ко всему работает как антистатик. Удобный формат, небольшой объем, можно брать с собой в дорогу, на отдых или в путешествие. Это легкий и быстрый уход за одеждой. Мне спрей понравился, использовать буду с удовольствием. Перчатки хозяйственные 2 в 1 с ворсинками. В комплекте одна пара, состав 100% силикон. Можно использовать во время уборки. Перчатки защищают от бытовой химии, грязи. Хорошие, прочные, воду не пропускают. Особенности данных перчаток — это силиконовые ворсинки, которые расположены на тыльной стороне ладони. При мытье посуды они образуют небольшое количество пены и легко отмывают посуду разной степени загрязнения. Причем тряпку при этом можно не использовать. Также перчатки можно использовать для уборки, мытья полов, раковин или как садовые перчатки для посадки рассады или высадки растений. Отличное качество, хорошее исполнение, отличная альтернатива привычным губкам, тряпочкам и щеткам.
Следующая находка Sazon — это силиконовые растягивающие крышки, в наборе 6 штук. Они универсальные, их можно надевать на тарелки, кастрюли, банки, контейнеры, а также прямо на продукты, например, на половинку арбуза или дыни. Сами крышки силиконовые, они гладкие, плотно прилегают к контейнеру или к продукту и предотвращают проливание. Для удобства крышки в наборе разные, они отличаются диаметром. Их также можно использовать при разной температуре, от минус 60 до плюс 200 градусов. По мне, так вещь удобная, помогают надолго сохранять свежесть продуктов. Весьма полезная и нужная вещь для лета – это водонепроницаемый чехол для телефона, универсальный со шнурком. Он создает 100% герметичную защиту и при этом дает полный доступ к экрану. Телефоном можно пользоваться, отвечать на звонки или использовать камеру. Водонепроницаемый чехол представляет из себя плотный прозрачный пакет с небольшим воздушным бампером по краям, страхующим чехол от царапин. Также он защищает от воды, грязи, пыли. Кроме телефона, можно использовать для защиты паспорта или других документов. Использовать можно даже под водой. Можно снимать на телефон фото и видео, совершать звонки или отправлять сообщения. Протестировав чехол, отмечу его надежность. Он закрывается специальным герметичным замком на двух защелках. На замке также есть петля для подвешивания чехла на шею. Прочный шнурок лента идет в комплекте. Отличная и нужная вещь по весьма доступной цене. Любители готовить непременно оценят следующую находку. Это универсальный нож-ролик для нарезки лапши и теста. Данный ролик выполнен из плотного пластика и имеет 4 сменные насадки. Это позволяет создавать различные узоры и украшения на тесте. И при этом во время работы данный пластиковый нож не будет прорезать силиконовый коврик, на котором лежит тесто. Нож отлично справляется, тесто не прилипает к насадке. Я осталась данным гаджетом довольна. Для создания уюта дома заказала ароматический диффузор с палочками. Приходит вот в такой красивой коробке, объем 100 мл. У данного продавца несколько ароматов. Я выбрала табак-ваниль. Это богатый и теплый аромат с неожиданными восточно-древесными нотами в сочетании с нотами табака и сухофруктов. Аромадиффузор для дома с палочками можно еще по-другому назвать парфюмом для дома, который подходит для прихожей, спальни, кухни или гостиной. Также его можно поставить в офисе или салоне красоты. В линейке у продавца можно найти и другие ароматы, но именно табако-ваниль мне понравился больше всего. Следующая полезная находка с Озон – это вот такой портативный компрессор, который работает от аккумулятора. Это компактный и мощный прибор. Он не занимает много места, всегда под рукой и универсален в использовании. Подойдет для мечей, самокатов, лодок, велосипедов, мотоциклов и автомобилей. Также есть функция Powerbank и встроенный фонарик. Плюс ко всему красивый, стильный матовый корпус. Уже успели протестировать. Скажу, что колеса велосипеда накачает буквально за минуту. В комплекте идут различные насадки. Из минусов компрессор немного шумный. Хорошая и весьма необходимая вещь. У нас она лежит в машине и всегда находится под рукой. Силиконовая форма для выпечки, сделанная в форме пончиков. Подойдет для приготовления вкусных тортов и кексов. Форма изготовлена из пищевого силикона. Есть отметка о том, что в составе нет бисфенола А. Форма сделана из мягкого и прочного силикона, благодаря чему при выпечке получаются пончики идеальной формы. Благодаря данной форме можно приготовить сразу 6 красивых и вкусных пончиков. После использования форма легко моется. Можно мыть также в посудомоечной машине. На мой взгляд, удобная и практичная вещь, которая упростит процесс готовки. Моя супер находка для кухни – это прихватки силиконовые. Заказала из-за их красивой расцветки, выполненной в бежевом цвете. Снаружи объемный противоскользящий рельефный узор, внутри перчатки хлопковые. Помимо того, что перчатки красивые, они еще и жаропрочные. Выдерживают температуру минимально минус 40 градусов, максимально плюс 300 градусов. Пробовала доставать горячее блюдо из духовки, и руки полностью защищены. Плюс ко всему, за счет силикона сверху перчатки легко отмываются. Отличные прихватки, удобные и красивые. Это были все товары, которые я заказала на Озон и протестировала. Если нравится такой формат видео, обязательно ставьте лайк и пишите об этом в комментарии, я сниму следующую часть. Ссылки на все товары, которые были в этом видео, оставлю в описании в инфобоксе. Спасибо, что посмотрели до конца, желаю отличного дня, увидимся очень скоро. Всем пока!